Весело и по-настоящему красиво, под бурные аплодисменты, пройтись по красной ковровой дорожке, побороться за титулы короля и королевы вечера, станцевать зажигательный танец и услышать хиты. Бал медалистов запомнится выпускникам надолго. Он объединил настоящих лидеров поколения. Свою взрослую жизнь вы начинаете уже доказав, что вы лучшие. В учебе, в дисциплине, способности ставить цели и достигать их. Вы талантливые, умные и по-хорошему амбициозные. Гордость своих родителей, гордость своих учителей и гордость Одинцовского округа. Команда Одинцовского информационного центра разделила с выпускниками минуты счастья и радости. Самые смелые не испугались и поделились в прямом эфире своими первыми, но уже такими важными победами. Закончила школу с золотой медалью и сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. На самом деле я шла, вот, как сказать, к этому балу уже 3 года. Вот, я очень хотела сюда попасть, по словам моих разных друзей и родственников. Говорят, что здесь очень невероятные ощущения передаются. Очень приятно выйти на сцену, получить медаль. Это выглядит как, наверное, всеобщее признание, я могу сказать. Вот. В общем, сегодня можно себя почувствовать немножко звездой. Учились, трудились, старались. Результаты экзаменов говорят сами за себя. 399 золотых и 230 серебряных – рекордное количество медалистов за последние 5 лет. Урожайным год оказался и по числу 100-бальников. Лев Мелехин отличился при сдаче сразу 2 предметов. Набрал максимум по физике и математике. Секрет прост, но это секрет. Ну, важно себе цель поставить и к ней идти. А так потом все становится ясно. Почти 700 медалистов и 100-бальников попрощались со школьной скамьей. Впереди начало не менее интересного, но уже взрослого пути. Олеся Лукина, телекомпания «Одинцова».